Всем друзья, и в этом ролике я вам покажу одно замечательное место, находящееся в Рассельхаме. Это Рассельхаймский, или как это правильно сказать, даже не знаю, Рассельхаймский зоопарк. В общем, я и мои друзья собираемся ехать туда, чтобы посмотреть обезьянок. Это типа как контактный зоопарк, там типа комната с обезьянами, можно с ними играться и тому подобное делать. В общем, едем туда, все вам покажу и расскажу. Поехали! Я и мои друзья уже здесь. Вон они там покупают уже билеты. Вот это место называется Рассельхайм Wildlife Park. Сейчас мы зайдем внутрь, и я вам все покажу. Так, друзья, вход на этот комплекс стоит всего лишь 40 дирхам. Но если вы хотите поиграть с обезьянами, вам нужно доплачивать еще 200 дирхам сверху. И это то, что я буду делать. Я буду доплачивать, потому что я уже здесь, и просто гулять по комплексу и смотреть животных в клетке — это не слишком интересно. Друзья, ну это реально прикольное развлечение здесь есть в Рассельхайме. Brother. I'm gone. Ну, друзья, закончили мы времяпровождение в зоопарке. Ну, просто нереальное впечатление на эмоции. Сделали неплановую остановочку,
Здесь вот такие вот крутые верблюды. А ну, девочки, помашите в камеру. Посреди дороги мы с ним отдыхаем, друг мой. Ой, гоу.